перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Как пауки. Молодой уза. Давайте попробуем сделать что-нибудь по-быстрому сейчас. Типа, будет интересно, я думаю. У меня слетели все синты, и остался только ролл. Такое дерьмо. Тут крипово. Блять. Тут очень криповые синты. Йоу. Да, Илья Токарев и скинуть его. Бит, ёбан. Пердёж какой-то. В общем, мне было бы интересно еще. У меня дохуя MIDI клавиатуры, и мне вообще похуй на них стало, так что у меня их куча, чувак. Хорошая нота, можно что-то сделать. Окей, темп у меня 120. Пацаны пишут на буквах базар. И сделаем инверсию, типа, достаточно попсово, и будет клёво. Типа,
давайте погромче сделаем. Давайте попробуем. Саймон. Допустим, еще можно один добавить, да? Какой-нибудь синт. У меня... Слава, бля, у меня все вообще, типа, слетело нахуй. У меня остался только этот говнястый один синт. Надо, блядь, что-то делать. Типа, нахуй. Да, это some Lauren vibes, you know. Ебать. Допустим.
улице. Пиздец. Кек. О, вот этот вот очень. What's up, Jugger? I'm just playing, you know, like. Плагин. Давайте попробуем с тем, как звучит интересно. На самом деле, типа, просто хочется более абстрактное дерьмо сейчас писать, нежели что-то, типа, там, не знаю. Ну, это в плане мне как продюсеру интереснее. Это сейчас больше, нежели просто писать то, что я очень хорошо умею. Типа, хочется попробовать что-то новое на уровне своем. Это десятая, это не одиннадцатая, это десятая фалка. Ну ладно.
А недавно написал ёбнутый какой-то текст вообще. Зацените вообще эту хуйню. Типа, мне вообще похуй, какого жанра писать, музон, добавите. Очень вайбовый, конечно, да. Тут синт прикольный. Чтобы вы понимали, это просто FX Layer стандартный. Я просто его настроил. Барон Мюнхгаузен, нахуй. Блять, все слетело, сука. Это же просто ужас. Ебой. Thank you.
сейчас угадаете, короче, сэмпл, возможно. Окно мое. Привет, окно.